Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ваня. Вот мой видеообзор про мой набор Лего. Вы его не сможете купить, он очень дорогой, очень дорогой. Я не знаю, сколько он стоит, цены нету. Угу. Ну, вот тут. Вот, я у Деда Мороза попросил. Он мне вчера в городе привез, а должен сегодня ночью. Я два раза написал ему... Деду Морозу, что не китайский, а он не китайский. Тут должно быть по-английскому написано Лего. Угу. А он не... Ну вот, короче. Я смотрел, вы смотрели «Мстители. Финал» и «Мстители. Войны бесконечности». Я смотрел бесплатно. Вот. Тут это. И сейчас я его покажу. У меня уже коробка собрана. Тут немного поменялось, просто в машине мама жила. Это так можно делать. Угу. Вот, тут еще. И это ты собирал вчера, да? Да, сам. Сегодня. И вот что получилось. Вот, смотрите, это можно отсоединять. Угу. Значит, это крутится. Рога? Вот тут вот, нет, это у него такая этот, вот тут вот у него какие-то всякие кнопки, вот тут вот клавиша, тут какой-то выдав, а тут у него маска проникновения Аутрайдер. Лаборатория Тони Старка. Вот, ага. Короче, эта фигня тоже отсоединяется. Так тут все отсоединяется, это же... Нет, не все. Смотрите, еще можно вот так вот делать, так, с другой стороны так делать. Я сейчас кучу всего покажу. Тут вот это... крутится. Это дубина, которую... Так, смотрите. Тони Старк. У него прическа снимается. Еще другое лицо. Это типа мы заглянули под маску, и у него там всякие... Его эти... Я давно мечтал об этом Леге. Лего. Да, Лего. Вот маска открывается. Так, еще что? Есть Марк Игр. У него вот так вот открывается сейчас. Это вот. Тоже здесь было? Да, вот у него эти штучки тут. Как его зовут? Марк Игорь. Марк его так назвали. Просто Игорь. Игорь? Да, он так называется. Два аутрайдера. Один на кого? А кто это такие? Аутрайдеры, такие злодеи. Вот дубина, которая тушит. Вот два пожара. Два огня. Вы поняли. Так, смотрите. Огни, это... Ранец для Марка 1 из первой части, если вы смотрели. Это какое-то супер оружие, это пистолет, тут кофеварка, тут этот. Вот аутрайдеры специально сюда установлены, чтобы украсть это, взломать. Это Марк 5, он разбирается, тоже маска открывается. Тут стеклянная просто, тут прозрачная. Тут тоже маска открывается, но я уже не буду, там все то же самое. Я не помню, как он называется, но это, по-моему, Марк 12 или как. Его не видно на радарах. Там Марк 1. Смотрите, тут странно. Тут можно вешать либо этот, либо прическу Тони Старка. Это так-то для прически Тони Старка. Вот это, кстати, фигня крутится. Вот. Вот тут гаечный ключ. Сюда можно еще одного Марка. Сюда. Тут Тони Старк сидит, красная кружка. Смотрите еще, какой прикол. Видите, сюда тоже назад можно прицепить. Вот. Угу. Или другое это. И так тоже можно сделать вот так кругом. Угу. А, вот. У меня тут не совсем получилось наклеить, но это очень мощный, классный костюм Тони Старка. Но его жалко в комплекте нет. Вот еще какой-то. Так, не помню, как он называется. Это либо Марк 5, либо... Нет. А, да, это Марк 5, по-моему. Или как? И вот еще. Это какой-то Марк, у него, по-моему, Марк 50. Тут я помню в какой-то игре. Вот еще. Это не обычный чемодан. Это Марк 5. Он может чемодан. Вот этот вот Марк. Вот этот. Угу. Он может чемодан превращаться. Я смотрю во второй части Железного Человека. А еще у Железного Человека треугольный этот... Так. Сейчас. Вот тут два огня, как я показывал. Почему у трейдеров 6 рук? Не знаю сам, так они придумали в «Войне бесконечности». Так, сейчас я посмотрю. Антенна.
Да, антенна, которую они должны украсть. Зачем? Просто тут, кстати, еще. Так, сейчас я разверну. Все. Смотрите. Можно вот такие обычные штуки. И можно купить несколько таких. Если 6 наборов, будет супер-мега-база. И как вы помните, на коробке можно отцепить вот эти штуки, сюда прикрепить и так сделать. Угу. А что ты так не сделаешь? Могу так сделать, если хотите. Угу. Хотите, сейчас сделаю. Угу. Так, это прикрепляем. Прикреплением. И сейчас. Ты же наверх хотел. Так надо, чтобы наверх это. Так, что надо сделать для этого? Давай это уже в следующей части снимем. Нет, давайте в этой. В этой? Угу. Вот тут, короче, отцепляется. Или так Ваня, можно еще одну. Давай твою комнату покажем, твои подарки. Сейчас будет все. У меня просто. У меня было еще больше подарков, прикиньте, это ребят. Подарки Ваня на новую. У меня было еще больше подарков. Один бабушке моей подарили. Другие конфеты. Я сейчас другой бабушке подарок. Тут все, еще ничего не брал. Угу. Тут немного подарков осталось. Тут шоколадный Дед Мороз еще лежит. Немного уже я конфет поел. Упс. Ванина комната. Это мне там друг подарил сегодня. Смотрите. Плюс 7 лет. Вы что? Серьезно? Плюс 7 лет. А 7 летки даже не смог собрать. Что они соберут? Ты сам собирал же уже. Да. Наконец-то. Я давно могу сам собирать. Или кто-то тебе помогал? Не, никто не помогал, я сам собираю все. Так. Я давно мечтала об этом наборе. Только я хотела не китайский. Вон у него сколько грамот. Когда вас папа тут грамоты повесит? Тут еще 2 диплома. Ванин рюкзак. Ваня учится во 2 классе. Ну, пока каникулы уже начались. Новогодние каникулы 2020 год. Это я другу хочу подарить, я обещал ему. Угу. Сейчас мы будем справлять там. Внизу у нас справлять будем мы. Новый год, да? Кстати, хотите еще кое-что покажу? Это отцепляем. Вот тут. Угу. Можно взять любой костюм. Любой, но я хочу этот. Опа. Это вот сюда прицепляем. Знаете, зачем вот эти штуки? Сейчас узнаете. Надо это можно отцепить, но я пока не хочу. Можно вот так сделать, а можно так. А ноги просто вот сюда. Все, спасибо, Ваня. Надо прощаться уже с нашими друзьями. Ладно, ребята. Всем пока. Подписывайтесь на мой мамы канал, потому что у меня пока еще своего канала нет. Но будет скоро. Ага. Нажимайте лайки, не дизлайки, пожалуйста. И нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Не забудьте. Всем хорошо. Спасибо большое за обзор.